Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Искалска, Будапешт. Вот мы и приехали в Будапешт. Моросит дождик. Ехали-ехали и приехали. Сделаю небольшое видео. Прокатимся. Не знаю, куда ехать, честно. Навигатор выключил, чтобы не мешал своими комментариями вам и мне. Едем спокойно. Смотрите, Дунай справа. Очень красиво. Трафик небольшой, я не вижу большого трафика. Немножко серенько, ну, как обычно, осень все-таки, друзья. Кораблики на речке. Нет, друзья, это не Петербург. Хотя мостами чем-то похож. Ехали достаточно хорошо, спокойно, дороги отличные. Скажу вам честно, в Венгрии дороги нравятся. Очень нравятся. Едем медленно и смотрим по сторонам. Да, Дунай красавец, конечно. Нечего сказать. О, начались пробочки. Ну ничего, это не пробочки, постоим. Красиво. Здания интересные. А вон вдали какая-то гора. Друзья, я вообще не знаю истории, поэтому не обессудьте. Смотрю так, как некоторые из вас, которые никогда не видели. В принципе, очень-очень давно была такая мечта посетить Будапешт как турист, но возможности не выдавалось. А сейчас эта мечта исполнилась как турист, но уже на автомобиле. Интересно, не ограничено ни в каких временных датах, не ограничено ни в каких билетах на самолет или что-то. Сколько хотим, столько и тратим времени на этот город, на другие города. Так что все прекрасно. Ну, какие-то кораблики, наверное, здесь отходят. Нет, это не туристические. Это не туристические, а может туристические. В Будапеште тоже есть кораблики по Дунаю. Вот, не знаю, будем думать, поплывем, не поплывем. Ну, что шире, Дунай или Нева? Ну, я не измерял на глаз. Ну, чуть шире Дунай в этом месте. Ну, Нева тоже не узкая. С левой стороны роскошное здание, исторические. Чего это не знаю. Может, почитаю потом в интернете или в Гугле. Вот какой красивый мост открывается, смотрите. Да, Будапешт, много мостов. Да, да, вот какой-то кораблик плывет еще. Красивый мост. По-моему, вот, да, это вот то, что я точно знаю, что мосты пересекают две части Будапешта. Будапешт состоит из двух частей. Это Буда и это Пешт. Перевод не знаю. Google в помощь. Вот это точно знаю. Вот еще красивый мост. Сейчас будем без навигатора где-то пробовать уходить на ту сторону. Потому что правая сторона, по-моему, исторически более красива. И нам еще надо подыскать какое-то жилище с парковкой. Сейчас прокатимся здесь и будем уже искать, потому что в любом случае въезд в отель в 3 часа, до 3 часов мы что-то найдем. О, уже включили освещение, а говорят, в Европе газа нет. А где экономия? Не, ну, ребят, давайте выключать, это вообще грустно будет потом. Счета же придут кому? В Болгарию, что ли? Вот сейчас будем смотреть, как мы уйдем
на тот мост. Да нет, трафика-то особо, вы знаете, нету. Честно сказать, я ожидал, что будут более пробки какие-то. Пока ничего. Единственное, ой, как красиво. Прям по Питеру соскучился сразу, как это все вижу. Напоминает Ленинград. Ну, абсолютно другие, конечно, архитектурные варианты. Здесь все-таки ближе к готике. А я вообще не понимаю в этой архитектуре. Я понимаю в пельменях, как называть все вот это, не знаю. Но ух ты, да. Ну, придется посидеть, почитать. Не все же это пельмени лепить. Вон они кораблики, да, вон они кораблики. Ночью они выходят, вон, да. Вот, скорее всего, все это Света просто противится. Она говорит, что она боится утонуть, что корабль упадет в воду и все помрут. Я говорю, так бросишь же вам круг этот спасательный. Я, в принципе, плавать умею, если что, спасу. Может быть. Не, не мой, ну, Света, это как карта ляжет, смотри. Дом-то на обеих записан. Вот, так, надо попробовать. Вот сейчас попробую уйти влево. И, скорее всего, думаю, что будет какой-то, не знаю. Сейчас попробуем на мост куда-то зарулиться. Думаю, где-то будет на мост въезд, чтобы пересечь. Ну, езжу. А я не знаю, кто тут прав. Так. Давайте тогда налево, здесь вот ступить дорогу, но это не мне, я всех пропустил, я первый. Вот, людей надо пропускать, наверное, да. Ну, идите. О, есть туристы, трамвая нет. Смотрите, трамваи здесь ходят, друзья, трамвайные пути. О, Кока-Кола. В принципе, движения немного. Дорожки для велосипедистов, чистенько. Да, я смотрю. Ох, какой соборчик слева. Да, ничего такой. Немцы поди строили, варвары. Да, пешеходные эти велосипедные дорожки. Честно, еду без навигатора, ехать куда не знаю. Абсолютно. Но, как говорится, по опыту. Сейчас куда-нибудь вырулю. Да, с правой стороны вообще. Я не знаю, чего это, но красиво очень. Собор. Собор, да, собор какой-то. Вот будем искать гостиницу, а это вокзал слева, скорее всего. Будем искать отель, чтобы он проходил, был рядом с маршрутом сити-басов, потому что... Сейчас будем подрезать кого-то. Потому что налево нам не надо. Так, давай. Он пропустит. Елки-палки. Ну, спасибо. Ну, это как в Израиле. Видите, как кто наглее, тот и едет. Подрезал человека немножко. Ну, даже не посигналил. В Тель-Авиве бы уже убили. Он увидел БГ. Да, он увидел, наверное, номер иностранный. Сказал, езжай. Ну, с левой стороны такие. Я думаю, что здесь квартиры стоят дорого. Вот даже парковки есть какие-то, мама. О, интересно. Ну, вы знаете, еще чем отличается Венгрия, то, что я увидел, пока мы ехали, намного меньше дорогих таких понтовых машин. Намного меньше. Это просто не бросается в глаза, как это бросается в Румынии, где там, ну, и часто в Болгарии, где летают Порше, там, X6, и все, что с этим связано, Audi A8, A6. Здесь мало, честно говоря, мало. Мало дорогих машин. С чем это связано, не знаю. Может, нищие, денег, может, нет. Хотя по домам так, ну что, куда поедем-то? Сейчас. У нас красные, остановимся. Вот где-то там должен быть поворот на мост. Максимум объедем город. Опять же,
съехать. Надо как-то туда, да. А, надо было вот туда. Ну ладно, съедем на следующем мосте. Какая разница? На свет включи навигатор, просто может быть, мы посмотрим. Вот, зеленый, поедем. 12.36. Так, что-то у нас направо тут есть. Нет, это на парк. Нет, это на паркинг. Это паркинг, зона такая просмотровая площадка. Интересно. О, братан, ну аккуратнее, езжай, тебя ж собьют, елки-палки. Ух ты, таксист мне отомстил, подрезал меня. Негодяй. Ну, надо было сюда, елки. Ничего страшного. Поедем дальше. Мы едем, скорее всего, это левая сторона. Это левая сторона Дуная. Скорее всего, вот мы проехали мосты, которые самые красивые. Так, и будем. Поехали еще раз туда. Все равно. Как-то мы доберемся. Интересная архитектура. Слева тоже как-то офисные здания. Уже в принципе осень подходит к концу, и осыпались уже деревья, здесь все еще зелено, красно и желто. Вон трамвайчик. Грубо говоря, мы объезжаем по Дунаю. Вот мы уже, скорее всего, отдаляемся. Отдаляемся. Света включила навигатор, и мы сейчас будем разворачиваться. Я понял, спасибо. Да я уже понял. Какая-то она, это девушка. Девушка в телевизоре. Акшанит. Акшанит, да, какая-то она доставучая. Что тут, куда навигатор? Ну ладно, что, можно повернуть? Повернули налево. Ну, какие-то улочки односторонние, интересные. Домики. Офисы. Кого-то пропускают. Такси приехал за кем-то. Друзья, знаете, никто не сигналит вообще. Абсолютно. Как-то странно даже. Это вот сейчас мы выходим на параллельную улицу, откуда мы ехали. Скорее всего, где-то будет у нас выход на мост, чтобы пересечь Дунай. Центральный рынок. А, центральный рынок. О, поедем на рынок сейчас с колбасой. Точно. Вот. Сейчас. Самое главное, друзья, это центральный рынок. Вот он меня интересует больше, чем любые соборы. Потому что там можно купить салями. Без щубрицы. Без щубрицы, да, кстати, без щубрицы салями можно купить. Ну, Венгрия славится своими салями. Это даже бренд венгерское салями. Как бы тве и паприка. Что-то еще вкусного есть, я не знаю, кроме гуляша. Мы попробовали сегодня булочки. Очень-очень вкусная, это как его, кондитория, очень вкусная кондитория, да, нет перебора сахара, нежно, воздушно, это мы еще, да, знаете, даже не начинали, это мы просто пересекли границу, и там в первом попавшемся кафе взяли, Светка, один круассан, я, как обычно, с маком, потому что я люблю с маком. Класс, не сладко, воздушно.
Нет, трафика дикого нет, как в Москве или в Питере, или в Киеве, или в центрах этих городов нету дикого трафика, что радует. Наверное, экономят деньги они, я думаю, на бензин, на солярку. Ждут. Наверное, не работают. Наверное, не работают, да. Ну да, прямо едем. Первый раз, друзья мои, в столице какого-то государства на машине еду. Вот. Так что мы... Сейчас, я думаю, мы будем пересекать какой-то мост. Не, нравится, нравится. Нету лахаться в движении, нет давления, ни одного сигнала. Сам город красивый. Город интересный даже со стороны водителя. О, Мерседес нарисовался. Мало таких. Первый. Вот-вот-вот мы выходим, скорее всего, на мост. Да, да, господа, мы выходим на мост. Почему он туда сейчас посмотрит? А, ну мы пойдем сейчас, да, какая разница? Дунай, Дунай. Удочку дадут, может, кто еще. Вон он направо. Ну а тут две полосы. Нет, это как бы право, ты по движению, прямо по. Нормально. Нормально. Дождик моросит, ну нормально. Вот, да, вот мы возвращаемся. Мы возвращаемся. Все, возвращаемся. Вот, вы видите правую сторону, вы видите. Это скорее всего уже не многие здания реставрированы. Интересная архитектура, как она называется, сами можете посмотреть. Странно, такси-то не так много. У нас в Тель-Авиве каждая четвертая машина такси. Как ты туда уходишь? Ну, он тоже прямо там лежит. Через 200 метров. Вон слева вдали этот роскошный собор. Мы туда обязательно где-то рядом выйдем с автобуса туристического. Конечно, пофотим, потому что красота. Красота. Друзья, приезжайте в Будапешт, это стоит того. Может. Нет, мы ждем вас в Скалску, в Болгарии, а здесь мы сами гости. Хотели в Будапешт, приехали в Будапешт. Нет, огромных нет трафика, тяжелого. Проходим хорошо. Интересные номера. У всех номера с буковками H. Это Хунгария и значок Евросоюза. В основном, да, венгры. Плюс. Ребят, венгерский язык, я вообще без комментариев, я даже ничего сказать не могу, потому что я не могу описать, что это за язык никакими словами, абсолютно никакими словами, потому что он просто невозможен, его вообще ничего не понимаешь, от слова вообще, там нет похожих слов, это как правильно кто-то сказал, что какой-то шпионский язык, чтобы вас никто не понял, нет, ну... На пальцах и по-английски можно где-то объясниться. По крайней мере, два кофе они понимают. А вот насчет сахара я не знаю. А размешать я им показываю кругом пальчиком. Вот так. А вон кораблик плывет, кораблик. Так. Слева. Давай съезжай. Автобусы красивые. А, нет, трамвайчик новенький, желтенький. На чем мы стоим? Зеленый.
Странно, стоим, зеленый, ну ладно. Наверное, там впереди. Нет, там впереди пробка какая-то. Ну, подождем. Не только мы хотим в ту часть города поехать. Гранитбанк справа. Да, здание. Ну, это их, это, скорее всего, что-то связано с готической. Вы меня там это не ругайте слишком сильно за отсутствие знания по архитектуре. Я очень много другого знаю. А в этом я профан. Порулили. Ага, вон там, да-да-да, сейчас будет уход. Вообще никто не сигналит. Весело. Хорошо, так как, господи. Едем по набережной только в другую сторону. Окей. Супер. Свете везет. Она не за рулем. Она может наблюдать. Еще мы потом поменяемся. Ох ты, как красиво слева. Обалдеть можно. Друзья, срочно берите лоукосты на Будапешт. Сейчас недорого. Вау-вау-вау. Класс. Это стоит видеть. Я особо головой не смотрю, потому что все-таки за рулем, а Света прикалывается. Не, ну мы, конечно, это все увидим, потому что, видите, только доехали, сейчас сами обзорку делаем какую-то, и мы еще, в принципе, ничего и не увидели, мы не заехали в старый город, наверх. Сейчас, по-моему, мы со стороны находимся Будда, а слева будет Пешт, или наоборот. Все отели находятся, естественно, как я предполагаю, с той стороны. И маршруты туристических автобусов наверняка тоже с той стороны. Поэтому мы будем там. Надо понять, что с парковкой автомобиля. Часть моста, наверное, хотел упасть, кто-то пытался взорвать его. Да, это старый мост был, а там дальше это уже новый мост. Это, наверное, был мост свободы. Вон какая-то статуя наверху стоит, девушка какая-то, что-то в руках держит. Наверное, платочек машет кому-то. Что? А соль, наверное, ждет кого-то, принца своего. Он на горе. Справа стоят припаркованные автомобили.
интересно, как они по крыше, что ли, залезают туда, на это, наверх. А что, в принципе, можно, оп, и прыгнуть. Ну, паркоместо есть тоже. Рыбаков не видно. Вон наверху девушка там, видите? Вон наверху. Прикольно. Ребят, это стоило того столько проехать, чтобы все это спокойно увидеть. Начать более внимательно наблюдать. Это стоило того, реально. Горе доходит. Да. За 70 метров на за жизнь пролетит. Добрый. Вот сюда. Вы знаете, я думаю, что ночью здесь вообще вот это такое освещение красивое, если не выключают. Резко сюда. Направо. Куда? Направо. Куда? Туда или сюда? Туда. Ты уверена? Ты думаешь? Сюда. Ну хорошо, а почему туда-то? Вот смотри. Ну. Уже приближаемся к заветному въезду на мост. Так, вот здесь налево, а там направо. Ну, с парковками, друзья, как обычно, нигде в таком месте, естественно, их не будет. Ой, старинная мостовая, ничего себе, камешки. Камешки. Исторические здания, наверное, квартирки-то здесь не дешевые, можно даже не проверять. Ну,
Да, это здесь велосипедистам дали раздолье. Забрали нашу эту. Все направо. Поверните направо. Сейчас повернем, спасибо. Вот оно. Наконец-то мы сейчас повернем. Узкий мост. Ой. Узкий. Я пойду за трамваем. Не привык еще. Хотя, в принципе, нет, прохожу, но... Нет, я прохожу. Обходим трамвай. Вот, друзья. Пересекли. Пересекли. Ой, сколько туристов. Сколько туристов. А, вот, нет, я хочу увидеть. Вот, вот, друзья, это уже все. Мы въехали в старинный, старый город. Сейчас еще сделаем здесь кружочек. Да, вот куча туристов. Да не, какая куча-то? Один. Еще ты туристов, я вам скажу, что тут маловато. Наверное, кризис какой-то. Дождь. Да какой дождь? Корона была, сейчас все прячутся, будем убежище, наверное. О, зеленый. Ну да, непогода, конечно. Ну хотя, когда кому это мешало, таким как мы настоящим туристам на автомобиле, нам дождик не мешает. Естественно, друзья, справа, слева самые бренды, господа, дорогие магазины, все как обычно, все по фэншую, как на Невском, как на Тверской, только доставайте карточку. Золотые магазины, да, ну нормально, господи, а как так и должно быть, турзона, платите деньги. О, какой роскошный какой-то комплекс новый построили, новострой. Что это? Так. Будем сейчас где-то парковаться и вбивать место, где мы будем поселяться. Друзья, спасибо вам за ваше терпение, за то, что слушали меня. Я думаю, что большинство уже выключило давным-давно. Ну, неважно. Я рад. Мы приехали, хубов день, шелехом ем наим, и продолжение следует. Хорошего дня, позитива, и удачи, и здоровья вам. Чао-чао.